Привет, друзья! Сегодня мы будем с вами садить морковь Самсон, производство удачные семена. Значит, мы садим ее на подготовленную заранее грядку. То есть грядка у нас вскопанная с перепрелым навозом. Значит, я подготовила вот такие борозды. В борозды я сыплю манку. Манки сыплю не так много. Она как бы дает свою такую среду при намокании, чтобы семена быстрее прорастали. Значит, вот я беру семена. Семена Самсон. Семена идут вот такие вот. Морковные семена. И аккуратно сыпаю их в борозду. Причем их даже видно на белом. Как часто вы их насыпите. После того, как мы посадим, надо будет просто полить. Манка разбухнет. Вот видите, вот они зеленые наши семечки. Манка разбухнет и семена быстрее прорастут. Это делается для того, чтобы можно было сэкономить средства и не тратить деньги на семена, которые продаются гранулами. Вместо гранул подойдет очень хорошо вот эта манка. Она даст им питательную среду и семена хорошо взойдут. Ну вот мы с вами посадили один ряд. Я буду садить их три. Вот у меня уже подготовлено заранее. Вот так вот просто садить на Урале морковь Самсон. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И в дальнейшем мы с вами будем подкармливать морковь. И все такое. Спасибо за внимание.